Местный и пока еще молодой бренд «Капиталина», как поясняет основательница линии натуральной косметики Екатерина Сухова, сегодня имеет значительную клиентскую базу. Правило «спрос рождает предложение» здесь работает в полной мере, поскольку сегодня найти безаллергенное средство ухода оказывается не так уж и просто среди всего обилия вариантов. Этим выделяется и представленная продукция на локальном рынке ручной косметики в Абакане, а именно прозрачностью своей рецептуры. В свою очередь заместитель главы Абакана Вероника Винницына подчеркнула, что задача профильных специалистов администрации города – помочь продвижению такого вида косметики, сделать ее более узнаваемой. Мы используем три вида соли, это обязательно. Это идет у нас крымская, сакская, по-другому называют, гималайская обязательно, и магнезия. Магнезия – это чистый сульфат магния, 99%. Вот она выглядит получает, вот так. Вот это магнезия? Да, гималайская, крымская. А, получается, в соли, самое главное, если будете приобретать соль для ванны, обращайте внимание на размер кристаллов. Наша такая прагматичная цель, да, вот такого юного, талантливого предпринимателя завлечь в наше бизнес-сообщество для того, чтобы уж какими-то совместными действиями и решениями развивать в целом экономику города Абакана. Потому что если не будет хорошей экономической среды вокруг, да, никакой бизнес развиваться не сможет. А кто лучше, чем бизнесмены, которые вот все это на своем опыте проживают, да, могут нам сказать, подсказать, как же это сделать. И вот это прям уникальная возможность, да, когда мы с вами приезжаем, общаемся, смотрим в горящие глаза наших предпринимателей, которые абсолютно погружены и увлечены своим делом. Исключительной чертой такой косметики можно назвать и метод изготовления без каких-либо консервантов. Как и любой продукт, такой товарный ряд тоже имеет свой срок годности. Поэтому здесь лишь свежая продукция, поясняет основательница бренда. Мы пошли немножко дальше, мы используем эксклюзивные ароматы, которые делаем, замешиваем сами. Я считаю, что это, вот, наверное, самое главное – изюминка нашего производства. Мы молодой бренд, нам всего 2 года, но за эти 2 года мы имеем уже большое количество постоянных клиентов и невероятное количество отзывов от этих клиентов, что для нас, в принципе, является самым важным. Помимо этого, администрация города предлагает всем представителям местной бьюти-среды общую площадку для продвижения. Речь идет о мире красоты. Под таким названием в нашем городе в этом году уже состоялся первый профильный форум. Теперь он включен в основной календарь городских бизнес-событий. И, безусловно, в обязательном порядке мы будем привлекать Екатерину с ее брендом для участия в этом форуме, как в формате выставочных мероприятий. Может быть, мы пойдем дальше. То есть на следующий год, 8-9 сентября 2023 года, будет второй такой городской бьюти-форум «Мир красоты». И я думаю, что Екатерина станет одним из участников этого форума в разных форматах, потому что вот у них очень много интересных идей. Мы будем вот эту вот бьюти-сферу так или иначе, скажем так, опекать, продвигать и показывать, что это тоже есть. Более подробно о местном бренде косметики «Капиталина» расскажем в следующем выпуске программы «Сделано в Абакане» в среду 12 октября в 21:35. Следите за обновлениями в наших социальных сетях и в эфире телеканала «Абакан-24».